Магер Григорян и Лин Трейси обсудили работы по разблокированию региональных транспортных коммуникаций. Соединенные Штаты высоко оценивают усилия Армении и Азербайджана по установлению прочного мира, заявил Салливан. В ходе встречи с конгрессменами Макунс высоко оценила усилия Минской группы ОБСЕ по продвижению мирной повестки. Россия сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией. Светогорск перешел под контроль России, заявил Шойгу. В Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России. Турция координирует экспорт зерна из украинских портов, заявил АКАР. Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в стране из-за недостаточности мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения потребительского спроса. Правительство Грузии подало иск против президента в Конституционный суд.